приятно. Великолепный фестиваль, великолепная организация. Самое главное, что люди смогли прийти на фестиваль, показать свое мастерство, свое умение и поделиться с другими. Я уверен, что станет еще больше мастеровых в нашем городе. Вот сейчас очень много детей, да и взрослых принимают участие в мастер-классах. Возможно, это станет для кого-то и, наверное, профессией. Такой вопрос. Что? Максим! Максим!